Крупнейшее российское информагентство «Интерфакс» опубликовало интервью временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Олег Николаев рассказал о приоритетных направлениях работы за минувшие 100 дней после назначения. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олег Николаев был назначен в конце января 2020 года. И сразу же началась работа над бюджетом республики. Он был дополнен несколькими ключевыми расходными статьями. В частности, удалось найти возможность для региональных выплат участникам Великой Отечественной войны, увеличение других мер поддержки. Что примечательно, впервые за многие годы прожиточный минимум решено не уменьшать. Напомним, именно этот показатель берется за отправную точку при расчете различных социальных выплат. Ну и дано было поручение изучить, почему при положительной инфляции вдруг снова, причем это очень часто поднимался этот вопрос, снова снижается прожиточный минимум. Поэтому после изучения мы поняли, что федеральный законодатель нам позволяет не снижать прожиточный минимум. И мы его установили в том же размере, что и прошлый квартал. То есть мы отменили решение, которое было подготовлено о снижении прожиточного минимума.